Украина вдохновляет. В Одесском художественном музее прошла выставка живописи. На мероприятии были представлены полотна по мотивам произведений отечественных и одесских художников. Написали их за один день представители дипломатических миссий. Работы были созданы на мастер-классе одесского художника Виталия Дець и посвящены Дню Европы в Украине. Вот самое интересное, что мы увидели, что каждый человек, который никогда кисточку не брал в руки, в особой атмосфере, именно так называется выставка «Украина вдохновляет», «Ukraine inspires», в особой вдохновляющей атмосфере может создать чудо, то есть за один день. Мы выставляем картины дипломатов, которые аккредитованы в Одессе. Это 26 дипломатов, и вот можете представить себе, первый раз взяли в руки краски и нарисовали такие картины.